В городе Могочи после недавних паводков был разрушен мост через реку Средняя Алангро, соединяющий целый микрорайон с центром. Чтобы добраться до больниц, аптек, магазинов и на работу, люди вынуждены ехать в круговую. Это почти 10 километров на машине. Пенсионеры отдают местным таксистам около 300 рублей. Мост построили взамен старому, изношенному. Не прошло и года, как бетонная конструкция стала обваливаться. Ее экстренно закрыли. На вопрос местных жителей, когда начнется ремонт, городская администрация не дает ответа. Мэр города Евгений Краснов комментировать ситуацию отказался и нашим журналистам, потребовав официальный запрос. Совершенно не знают, что такое мост и как его строить. Поставили его прямо на грунт, хотя мы были против, мы ему рекомендации давали свои, как надо лучше сделать. Они сделали по-своему, и вот он в результате его подмыл, и он завалил. ЗапТВ продолжит следить за развитием событий.